В Нерюнгри отремонтируют железнодорожный вокзал. Главэкспертиза России дала положительное заключение по документации. Капремонт здания вокзала пройдет в рамках программы развития пригородного и вокзального комплексов в границах дальневосточной железной дороги. Кроме ремонта, также будут созданы необходимые условия для передвижения людей с ограниченными возможностями здоровья. Отметим, что Нерюнгринская станция была открыта в 1984 году. Это одна из трех независимых станций, расположенных в городе и самая значимая для Южной Якутии. В год ее открытия было запущено и пассажирское движение от Нерюнгри до Тынды и других городов Советского Союза.